Всем приветики. Сейчас пойду праздновать Новый год. И в качестве подарка, ну просто именно самого подарка я не покупал, и в качестве подарка я сделаю такие вот подарочки. Это получается конвертик, внутри которого лежит денежка. Кстати, так легко так делается конвертик. Просто берете тетрадный листик, посередине ложите денежку, она на денежку лежит, посередине ложите денежку. И края загибаете над денежкой. Ну, и получается такой вот листочек. И здесь тоже. Ну, то есть, ложите денежку посередине тетрадного листа, одну сторону загибаете, вторую, и вот эти уголки, которые остались, тоже загибаете. Получается такой конвертик. А на конвертике уже пишите поздравление. Можно большое, можно маленькое. Я написал маленькое, потому что я еще словами поздравлю. Вот. И причем буду поздравлять двух человек, и для каждого свой конвертик. И в каждом конвертике разная сумма, естественно, для каждого человека. Ну, а еще там конфеток каких-нибудь им тоже дам. Вот. Такой вот вроде бы простой, но в то же время может быть и дорогой подарок, потому что там уже может быть разная сумма лежать, как и маленькая, так и большая. И никто, самое главное, что никто не знает, что внутри. То есть ты даешь, кому-то ты, может, даешь там рубль, а кому-то, может быть, ты даешь 10 тысяч рублей. И никто же не знает, что внутри. И каждый смотрит. То есть, если ты будешь давать деньги именно в руки просто, все будут видеть, кому сколько ты даешь. И кто-то может обидеться, что ему меньше или больше. А так никто не знает. Тут конвертик, да и все. Он просто будет рад, что его поздравили. И то есть, получается, никто не знает, кому сколько дали. Но при этом все радостные, что им дали денежку. Но никто не знает, кому и сколько. Вот это вот главное. И такое вроде получается, вроде как и простой, но в то же время, может быть, как оригинальный, так и дорогой подарок. Вот. Плюс на нем еще ваше поздравление, которое, кстати, может быть разным для каждого человека тоже. И то, что внутри, тоже будет разным. Такой вот я подарочек придумал. Вот. Ну, на этом все. Всем покедова.